Следственным отделом по городу Балашов, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего, ранее судимого молодого человека, обвиняемого в совершении убийства малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью, истязании двух лиц и угрозе убийством. По данным следствия, 24 марта 2020 года в дневное время в квартире одного из домов на улице Шоссейной в городе Балашове ранее судимый молодой человек, находясь в состоянии опьянения, нанес полуторагодовалому сыну своей 20-летней сожительнице множественные удары кулаком в область головы. От полученных травм ребенок скончался на месте. Мама малыша в момент трагедии находилась на работе и узнала о случившемся вечером того же дня. Желая избежать ответственности за содеянное, злоумышленник стал угрожать сожительнице убийством в случае, если она кому-либо расскажет о том, что он убил ребенка, или обратится в правоохранительные органы. Женщина дождалась, когда сожитель заснет, и сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. Кроме того, ранее, в период с февраля по март 2020 года, тот же молодой человек, находясь по месту проживания в квартире дома на улице Шоссейной в городе Балашове, истязал свою 20-летнюю сожительницу и ее малолетнего сына путем причинения физических и психических страданий, выражающихся в систематическом нанесении побоев. В отношении обвиняемого избран мер пресечения в виде заключения под стражу. Следственным органам собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.